Обзор кемпинговой палатки компании Bitrace. Моделька называется W4. Очень интересная конструкция. Никогда такую палатку не ставил, да и в принципе не видел, чтобы она где-то стояла. Вот. Ну, не совсем стандартная она. Вот так вот, для четырех людей, но в то же время для разных, как бы, для детей, допустим, и для взрослых, там, да, либо для двух пар. Вот. И большой у нее какой-то тамбур есть. И в полный рост она 185. Вот такая вот интересная конструкция. Попробуем ее поставить. Что она из себя представляет. Да. Вот. Кемпинговые палатки ставятся не очень легко. Ой, расстегнули. Вот. Но я думаю, что мы справимся. Да, эта комната подвешивается. Основное — это надо поставить тент, который держит все вместе. Используется здесь, значит, в каркасе, раз это большая кемпинговая палатка, используются очень толстые вот такие вот дуги 11. Держи. Вот. Здесь в одном каркасе два каркаса. В одном каркасе есть красная пометка. Это для того, чтобы было понятно, куда ее засовывать. Вот. Здесь есть вот красные такие кармашки, вот, и они для них. Вот, чтобы не перепутать, производитель вот так вот их пометил. И это грамотно. Дуга тамбурная, она 11, вот это 9,5. Да, 9,5, да? Да, такая тамбурная. Здесь 11 фиберглаз. Да. Но она нагрузку побольше несет, эти две поменьше. Так, давай ее попробуем просунуть. Здесь вот черный кармашек. Надо ее передом развернуть ее. С этой будет перед. Давай. Вот черная. Давай по одной, или ты сможешь? Давай. Ты тут будешь просунуть ее. А, все. Давай. Я ее здесь встречу. Угу. Здесь вставил. Красная. Это вход. Тоже красная. Вот черная. Угу. Что там? Все. Стоит, да? Так, теперь давай красную. Там зацепи этот. Вот этот хомутик. Вот этот крючок. Угу. Угу. Вот она здесь. Идем сюда.
Че, давай толкай, выталкивай. Сюда же должна прийти, да? А, нет. Вот сюда она должна прийти. Нет, еще ко мне надо ее толкать. Тот же самый? Давай колышки. Подожди, чуть-чуть его сюда сдвинем, ее чуть подальше. Вадим. Вот так. Все, да, все правильно, да. Все, теперь колышки сзади. Я там одну закрутил. Да, она есть, наверное. Вот они, вот. Это они. Я что-то завязал, да. Ошибки. Давай ее сзади вот закрепи, чтобы она. Это, не, сюда не уходило. Вот здесь вот? Да, вместе закрытие. А, вот это вот комната, да? Угу. Она один здесь колышек получается сзади? А, нет? Скрепил? Угу. Не-не-не, ты как-то на это. Подожди, сейчас. К эту? Тебе надо там подпухнуть, цеплять. Давай. Я есть. Есть? Да. Сейчас мы это все поставим, будет понятно. Вот такая вот палатка у нас получилась. Это тент мы установили. Идем, пройдем, посмотрим. То есть, как я уже сказал, основной большой тамбур и две комнаты вот сюда вот уходят. Идем. Вот как это выглядит сзади. То есть у каждой комнаты есть свое вот такое большое окно. Вот. Которую можно открыть там, да, вот, и вот так вот ее завернуть сюда. Вот у этой, с этой стороны получается точно такое же окно. Это у нас вторая комната изнутри. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Тоже здесь такое же большое окно. Вот идем, подцепим сейчас. То есть здесь есть два окошка, чтобы солнечный свет проходил. Идем, зацепим внутри палатки. То есть теперь приступим к установке внутренних палаток. Их у нас в комплекте две двухместных секции. Вот они у нас. При желании, если, допустим, путешествуют два человека, то можно вторую не пристегивать, остаться только одной. Здесь есть вот такие вот фастексы. Вот этими фастексами мы подстегиваемся к углам палатки. Вот. И получается так. Таким вот образом подстегиваем внутреннюю палатку. Жилой отсек, так скажем, спальный, подстегиваем к самому домику.
Здесь фастекс уже нету, здесь просто можно на колышке его закрепить. Да. Вот. Вот. Вот такое вот отделение, москитная сетка. Такое вот спальное место. Здесь имеется у нас два кармана с этой стороны, два кармана с этой стороны, крючок для подвешивания фонаря. Как я уже сказал, если жарко, то с той стороны есть большое москитное окно. Если мы откроем здесь москитку, там москитку, то здесь это все дело у нас очень хорошо проветривается. Можно оставить вот так, если мы путешествуем вдвоем. Вот. И тогда у нас здесь остается огромное пространство для того, чтобы можно поставить стол, можно спокойно в полный рост переодеваться. Вот такое огромное пространство. Давай поставим вторую. Есть у нас вторая палатка. Могут спать, допустим, взрослые и дети. Получается, как бы две палатки в одном таком большом отделении. Вот такая вот интересная конструкция. Очень редкая, скажу я так, но такая, скажем, очень прикольная. Вот, сейчас попробуем закрыть ее, как она в сложном виде будет. Надо туда мне зайти. Идем сюда, зайдем. Идем сюда, зайдем, оператор. 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 Да-да-да, а ты нас закрой. С той стороны. Да. Ну вот, то есть метр у меня рост 180. В полный рост можно стоять. Спокойно здесь что-то разложить. Вещи. Повесить сюда можно при желании там фонарик какой-то. Вот, раскидать спокойненько здесь вещи. Вот, переодеваться удобно. Можно, допустим, эту палатку использовать одно как отделение для вещей, для продуктов, там, да, а в другой спать, если мы где-то на большой стоянке стоим надолго. Вот.